Двухдневный форум на базе Рязанского медицинского университета объединил специалистов трех сфер – бизнеса, который развивает технологии, социальной защиты, которая создает возможности, а также здравоохранения, которое обеспечивает повышение качества жизни. Здравоохранение – это один из ключевых приоритетов, который я контролирую сам. И мы действительно сейчас выстроили планы работы по всем направлениям, как вы правильно сказали, от профилактики и диагностики до лечения и последующей реабилитации. При этом не питаем иллюзий. И очевидно, что еще очень много предстоит сделать. Первые шаги сейчас мы выполнили, но дальше работа еще на много лет вперед. В сфере здравоохранения региона действительно сделан настоящий рывок. Область продолжает развиваться стремительными темпами. Это и обновление автопарка скорой медицинской помощи, завершение строительства онкодиспансера с новейшим оборудованием. Он откроет свои двери уже в мае. Кроме того, регион – площадка, где разрабатывают и производят медицинское оборудование высочайшего уровня, которое поставляют в другие регионы и страны ближнего зарубежья. Есть важные достижения в сфере фармацевтической деятельности. Мы посмотрели на выставке много интересных медицинских изделий, которые производятся непосредственно в Рязанской области, фармацевтических препаратов, в том числе новейших, которые будут основой медицинского кластера. ВУЗ, который готовит высококвалифицированные кадры. В принципе, в регионе создано все для того, чтобы система здравоохранения эффективно развивалась. В рамках форума Павел Пугачев вместе с главой региона осмотрит медицинские организации и учреждения, обсудит возможности цифровизации системы, которая станет основой для предиктивной аналитики по пациентам и обеспечения раннего выявления заболеваний, создания комфортных сервисов для граждан и медицинских работников.